Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь в воскресенье, которое называется «Торжество православия», о восстановлении иконопочитания. Мы расскажем о мероприятии, которое посвящено Дню православной книги. В рубрике «Православие. Вопросы и ответы» вы услышите мнение священника о том, с какого возраста нужно поститься детям в многодневные посты. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. С постом вас, отцы, братья и сестры! Неделя, которую мы сегодня празднуем, носит название «Торжества православия». И не случайно считается торжеством православия тот день, в котором была осуждена последняя большая ересь – иконоборчество. Уже прошли соборы, которые уяснили учение о лицах Святой Троицы, о соединении Божества и человечества в Господе нашем Иисусе Христе. Было уяснено учение о том, что Пресвятая Дева Мария является истинной Богородицей. И вот новая ересь – иконоборчество. Начал эту ересь император Лев Исаур. Иконы были объявлены идолами, и все, кто поклонялся иконам, почитал их, были объявлены вне закона. Началось гонение и преследование этих людей. Более 100 лет продолжались бесчинства иконоборцев. И вот иконопочитание признано христианским делом. Сегодня в Евангелии мы слышим, как апостол Филипп приходит к апостолу Нафанаилу и говорит, что мы нашли того, о ком говорили Моисей и пророки. Тогда Нафанаил с сомнением отвечает: «Разве может быть из Назарета что доброе?» И Филипп говорит ему: «Иди и посмотри сам». Разве мы с вами не мечтаем увидеть то чудное, о чем слышим? Разве мы не говорим с сомнением, если мы в чем-то сомневаемся: «А ты сам видел?» Видение – это торжество знания. Когда Господь посылает апостолов на проповедь, Он говорит: «Идите и научите». Он не ограничивает своих учеников в выборе способов того, как они будут учить людей. Конечно, в Священном Писании не говорится, что нужно писать иконы. Но там и не говорится, что нужно писать книги. Все то, что говорится в Евангелии, когда-то было. Было во времени. И люди, видя то, что Господь воплотился в человеческом облике, пытались запомнить, запечатлеть и сохранить это. Вот так родился младенец Христос, вот так Он лежал в яслях, так Он крестился от Иоанна на реке в Иордане. Вот так Он входил в Иерусалим, так был распят на кресте, вот так вознеслась Его душа на небо, вот так Он пришел и забрал душу Пресвятой Богородицы. Все это происходило, и люди передавали апостолу это видимым образом. Сам Господь говорит: «Блаженны ваши очи, потому что вы видите». Но были христиане до Христа, которые желали видеть и не видели,
И тем не менее, вера их была такова, что они побеждали царство, заграждали уста львам и претерпевали мученическую кончину, страдания, узы, темницы и спасали свои души. И для нас с вами иконы – это боевое знамя, походное знамя, знамя торжества православия. Но знамя оно только в тех руках, в руках победителей, а не в руках отступающей толпы. Аминь. В марте месяце в Новопавловских библиотеках централизованной библиотечной системы прошли празднования под названием «День православной книги». Празднование приурочено к памятной дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. Этот праздник был установлен по благословению Священного Синода Русской Православной Церкви в 2009 году. Проведение Дня Православной книги за 3 года показало актуальность и востребованность данного праздника. В Новопавловской центральной библиотеке имени Владимира Маяковского в честь празднования Дня православной книги прошел семинар «Через православную книгу к духовности». Цель семинара – собрать всех заинтересованных лиц, кто работает с православной книгой, чтобы наметить перспективы развития фонда православной книги и обратить внимание читателей на православную книгу, которая играет важную роль в духовном совершенствовании читателя. В 2001 году в Центральной библиотеке появился фонд православной литературы. Позже было принято соглашение о сотрудничестве между Новопавловским исполнительным комитетом и Полоцкой епархией Белорусской православной церкви. Благодаря Фаине Владимировне фонд пополняется до сегодняшнего дня. Помогают его формировать сестры Спаса Ефросиньевского женского монастыря. Сейчас День православной книги проводится во всех епархиях Русской православной церкви. И главная цель этого праздника, конечно же, популяризация чтения, популяризация православной литературы. Далее послушница Ольга указала на сайт издательского совета, где размещается информация о тех книгах, которые не рекомендованы для чтения православному читателю. И рассказала о конкурсе «Искусство книги», который ежегодно проводится в Беларуси. Этот конкурс проводится с целью развития книжного искусства, повышения культуры книги, популяризации лучших изданий страны. В этом году у 31 издательства Беларуси было представлено 175 изданий различной тематики. В 14 номинациях были определены победители. Обладателем гран-при стал фотоальбом «Полоцк 1150», выпущенный издательством «Белорусская энциклопедия» имени Петруся Бровки. В номинации «Духовность» победу одержало факсимильное издание «Житие преподобной Ефросинии Полоцкой» издательства «Белорусского экзархата». Данное издание имеется в библиотеке Спаса Ефросиньевского монастыря. Послушница Ольга представила издания, которые вышли в свет в 2012 году. Издание последнего года. Это тоже «Житие преподобной Ефросинии Полоцкой». Вот, опубликованное по одному из списков XVI века, переложение с древнерусского языка. И вот еще одно издание, книга «Христос. Центр нашей любви», тоже были удостоены на этом конкурсе дипломов жюри в номинации «Золотые скрижали». Сейчас я вам тоже представлю эти издания. Значит, вот эта книга была выпущена монастырем в 2012 году. Это список жития преподобной Ефросинии из Волоколамского собрания. Вот, текст этот адаптирован для современного читателя. Еще одна книга, тоже удостоенная диплома жюри на конкурсе «Искусство книги 2013». Это вот такая вот небольшая брошюра «Христос. Центр нашей любви». Вот к брошюре прилагаются 2 видеодиска. Сейчас готовится уже переиздание этой книги. Вот, то есть в ближайшее время мы планируем переиздать эту книгу «Житие и современные чудеса
преподобной Ефросинии Полоцкой. На семинар были приглашены представители библиотек Полоцка и Новополоцка, которые поделились опытом работы. Ильянец Жанна Ивановна рассказала, с помощью каких книг она духовно развивает детей младшего школьного возраста. Кремнева Анна Александровна представила слушателям православную поэзию. Бакунович Ольга Васильевна поделилась опытом работы в рамках встречи литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности», которые проходят с целью духовно-нравственного совершенствования читателей в традициях православной культуры. Музыкальное поздравление для гостей и работников Центральной библиотеки подготовили учащиеся и учителя Новополоцкого музыкального колледжа. Семинар – это такая благодатная форма работы, которая объединяет людей, казалось бы, разных профессий, но под одной единой темой. И вот сегодня эта тема – православная книга. Казалось бы, как можно объединить библиотекаря и музыкального работника, да еще духовное лицо. Но тем не менее, нашему семинару это удалось. Тема одна. Она тема очень значимая для нашего народа в настоящее время, для молодежи, да и для взрослых. И когда собираются профессионалы, люди, которые знают эту тему, любят и работают с ней, то всегда можно услышать много интересного и полезного для себя. День православной книги был установлен с целью расширения церковной проповеди через книгу, привлечения общественного внимания и издательского интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». С какого возраста нужно поститься детям многодневные посты? Наверное, невозможно вывести какой-то общей формулы, как невозможно придумать и создать такое лекарство универсальное для всех. В жизни многих святых, в жизни Писания, мы видим, что многие из них постились буквально с самого раннего младенческого возраста, буквально не принимали молоко от матери, материнское молоко вот, из груди матери в среду, пятницу. И, наверное, зависит от того воспитания. Главное, наверное, не заставить, не навязать детям пост, а предложить. Я вспоминаю своих детей, когда были малыми, племянников, которые приезжали, которые, ну, они в то время были совершенно еще в нецерковных таких семьях. И вот когда соприкасались, они сами хотели, им только предлагали, вот вы хотите, да, они как бы испытывая себя и сами постепенно учились воздержанию. Дай Боже, чтобы наши дети с сознанием. Если же повесить на холодильник замок, сказать, что вот сейчас вот пост и ничего нельзя, ребенок, может быть, хочет и желает что-то съесть, а ему не дают, наверное, этот пост и не будет пользы, как и в этом возрасте, а впоследствии тем более он будет как бы вызывать отторжение. Напротив, если он поймет, то правильность тут, что пост приносит облегчение, то он еще раньше будет пытаться придерживаться этих правил. Конечно, тут надо учитывать и здоровье, и то, что детям допустимо послабление. Каждому, конечно, по мере его какого-то духовного, прежде всего, роста. Зависит во многом и окружающее, если же мы будем от него требовать, а сами там что-то нарушать, конечно, тоже, наверное, ему не принесет такой пост пользы. Дай Боже, чтобы наша жизнь была светом для наших детей. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня в проповеди вы услышали про ересь иконоборчества. История не отмечает, когда началось иконопочитание, ведь икона – это изобразительное предание церкви, икона – это видимое свидетельство веры человека –
Вы познакомились с мероприятием «День православной книги», которое прошло в Новопольск в библиотеке имени Маяковского, чтобы привлечь внимание общественности к чтению духовной литературы. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что ребенку нужно предложить пост в еде, но не навязывать. Самое главное, чтобы он постился с познанием того, что ему это необходимо. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.